Привет-привет, мои прекрасные друзья. А мы приехали в Ветрен. Считается район Бургаса. Минеральные бани. Сегодня не поедем. Аквакаледы. Горячая водичка. Там горячие бассейны, горячие источники. И вода, в которой 17 микроэлементов. Потом вам прочту целую лекцию, покажу даже. Если кто-то хочет более подробно, посмотрим в плейлист, в список. Год назад там все очень подробно описано. Но если кто хочет по-новому, у нас очень много новых друзей, прекрасных таких же. Посему съезжу, искупаюсь в теплых водах, вас приглашу. И, конечно, расскажу и про микроэлементы этой теплой воды, и про историю. А история такова. Там есть хамам, построенным Сулейманом, великолепным. Когда он стоял у Вены, кстати, дважды стоял товарищ у Вены и не взял ее. А почему? Потому что первый раз поехал в Болгарию на охоту и подумал, да нафига мне эта Вена. А второй раз он уже был старенький, уже даже Роксолана уже умерла, грустил он сильно, но все равно на Вену пошел. А потом схватил его ревматизм, и что он сделал? Поехал вот сюда, в это Аквакаледы. А там такой источник, его три таких девственницы, богини местные, охраняют. И так он восхитился этими в прошлом римскими банями, что построил хамам. И там всегда горячая вода. То есть вот так земля дышит горячими источниками. И он использовал. И стало ему так хорошо в этой Аквакаледе, что он подумал, второй раз уже подумал, да нафига мне эта Вена. И перестал ее завоевывать, отозвал войска. А вскоре почил в Бозе и закончил свой такой долгий и, кстати, очень плодотворный путь. Монарха, он писал стихи, любил искусство, но дальше вы знаете. Я не смотрела этот «Золотой век» сериал, а вы, наверное, все видели и все знаете. Просто это моя версия, почему не подчинила себе, почему он ее не взял. Ну вот так. Надеюсь, хоть что-то вынесет. Короче, Ветрен очень рекомендую. Была там не единожды. И рекомендую всем не только испить этой водицы, но также окунуться. Будете молодыми и красивыми, как не царь в коньке-горбунке, а вот Иван-царевич. Там уже хотите. Так что рекомендую вам. Почти тот же эффект. Так что сказку читайте. Эффект такой же. Обнимаю вас, сказочная любовь. Чао-чао, мои прекрасные друзья.